Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. Сегодня мы опять с вами в Фикс Прайс очутились, посмотрим на новинки. Стакан для напитков опять появился, вот здесь он пластиковый. Есть значок для пищевых продуктов на самом пластике и пластиковая крышка, чтобы можно было пить и не разлить, и не облиться. 149 рублей стоит. 480 миллилитров. Я уже думала, совсем без рисунка. И вот они, мельнички. Мельница для специй. Я помню, в прошлый раз, вот дерево, алюминий, диоксид циркония, нержавеющая сталь. Значит, они все-таки керамические внутри. Все заклеено, не подобраться. Из новинок кружка сито с крышкой. 800 миллилитров. Ценника даже еще пока нет, только все поставили. И вот она здесь с крышкой. Это пластик. Прозрачная. И вот так все здесь происходит. Ну, похоже на ту металлическую, как в Икее, как здесь продавалась. Только все здесь с пластиком. Видите, пластик о пластик трется. И вот эта крышка у меня уже два раза падала, вот нижняя. Вот он механизм какой. Но я против пластика, лучше уж металлическую купить. И долго ли прослужит вот эта тонкая деталь, видите, ненадежная. А она тут самая основная. Я вначале положила ее, не посмотрев, а теперь я поняла, что ерунда. Вот, насыщает муку воздухом, что делает тесто более воздушным, но недолговечное. Кладу обратно. Тем более непонятно, какой пластик там будет. Пробковые подставки под горячие 16 сантиметров. Да, состав пробка сделан в Китае, удобные, экологичные. И хорошо смотрится. 16 сантиметров. Возьму, наверное, одну. Какие огромные кружки. Кружка пол-литровая. Сделана в Китае. Стекло. Какая красивая. Все переливается. Прозрачно и широкое. То, что надо. Размерчик металлический. Какие красивые формы для выпечки. 24 на 24 коричневый. Металлический. Смотрите, у нее рифленое дно, чтобы ничего там не пристало. И самое интересное, что они такие нарядные снаружи. 24 на 24 сантиметра. Без всякого вот этого дурацкого покрытия антипригарное. Оно, в принципе, и не нужно. Просто выстилаем пергаментом для выпечки и все. Пирог готов. А это что здесь такое интересное? Металлическое. Для всяких разных причиндалов. Тут и стаканчик, тут и какие-то вешалки, и крючки, и даже сердечко. Ну-ка посмотрим, что это. Так, это кичен, Китай, держатель для кухонных принадлежностей. И для кружек, и для полотенца, и для лопаток. Настенный держатель является универсальным решением для хранения кухонных принадлежностей. С помощью саморезов крепится и позволяет организовать пространство. Ой, сейчас мы посмотрим, прочитаем состав. Что за металл? Углеродистая сталь. Ну, конечно, это все облизит. И вот этот стаканчик. В общем, сталь очень тонкая. Вот они, ушки. Саморезы в комплекте не идут. Зато появилась барилла. А лапша гречневая. А, вот она переместилась вниз. Так, и недавно я видела, например, о, теперь тоненькие, номер 11, как раз то, что нужно. И номер 9 тоже есть. Я возьму 11. Номер 11, вот тоненькие спагетти, потому что мы едим. И здесь хороший показатель белка. И стоимость. Посмотрю на кассе, около 50 рублей. А холодильник пополняется товарами Тильзитера Царобогатого. Колбаса сервелат престиж, атремит, 149 рублей за 215 грамм. Бекон так все и есть за 99. Дымов сервелат 77. Ну и здесь, в принципе, все так, как и было. Молоко сгущенное и кокосовое молочко тут спрятано. И деревянные пазлы здесь, 149 рублей, осталось 4 штуки. Два белых медведя и два дельфина. Да, четыре друга, два дельфина, два медведя. Развивает логическое и пространственное мышление, развивает мелкую моторику рук. 149 рублей. Деревянные пазлы. Вот кто-то меня спрашивал, есть ли в этом магазине. И коллекционные есть ретро-автомобили за 149 рублей. Один к 43.
Даже такую. А вот машинки со сменными кузовами. 199 рублей. Я думаю, мальчикам такие тоже нравятся варианты. Все менять, переделать на свой лад. Полотенца как разложили красиво. Смотрите, все ровненько. Это тряпочки. Мы с вами уже видели их по 55 рублей. Из микрофибра 40 на 60. Но выглядят как полотенчики. Настолько они аккуратные. Клетчатые ушли вниз. В подполе 199 рублей. Махровые с одной стороны. С другой стороны гладкие. И вот еще какие здесь положили на самый верх. Красоту такую. Цвет сновка сине-зеленая, 100% хлопок. И это Россия, Московская область, Балашиха. Не знаю, впитывают они или нет. Вот на ощупь такие странные, но красивые. Коврики привезли с отпечатками чьих-то ног. Красный цвет. И смотрите, как тут интересно все закручено, заверчено. Он мягкий, но в то же время не скользящий. Здесь антискользящее покрытие. Вот, с торцевой стороны антискользящее какое-то покрытие. Скользить точно не будет. Коврик преддверный 78 на 48. Вот такой темно какой-то кофейный цвет с красным. Это первый вариант. А второй вариант наоборот. Красный с темно-кофейным. Вот и все. И сделан он, как будто бы вот такая паутинка там накручена, наверчена. Я думаю, что туда, если попадет песок или грязь, то очень сложно потом выпылесосить. А так неплохой, мягенький. Шторы для ванны опять тканевые появились. Вот доталкивающие, смотрите, какой темный цвет есть. Они какие-то совсем прозрачненькие. Вот, смотрите. Они совсем тоненькие, 180 на 180. Есть на морскую тему, вот ракушки, всякие морские звезды, но есть и темно-синий, вот такой фиолетовый, в общем, экстравагантные цвета, черный. Кто-то, может быть, ждал, надеялся и верил, и вот они поступили, и кольца в комплекте. Есть еще и фиолетовый, и сиреневый, красный. И у меня поступил запрос отснять чистящие, моющие средства, а также средства для стирки, уделить им отдельное внимание. Что мы сейчас с вами и сделаем. Вот они, полочки, как раз завезли Биолан порошок. Это мы к нему вернемся позже. А посмотрите, какое средство для посуды. Fairy Active Foam. Это активная пена, то есть вот здесь специальная штучка, которую нажимаете, помпа, и она пену уже выдает. 199 рублей стоит. Я думаю, это обычный фейри, но только в виде пенки. 350 миллилитров. Если вы покупали, расскажите, хороший или нет. АОС. Смотрите-ка, натуральная горчица. Чистая формула для посуды. И есть активная сода. 99 рублей 900 миллилитров. Фейри огромные. Нежные руки. 149, литр 350. Какие освежители воздуха. Золотой оазис, цветочная вуаль с ароматом пряной груши, гранат. 99. А мне вот эта серия очень нравится. Я купила морскую, и мне прям сразу напоминает море. Там, кстати, есть и кокос. Тропика. Тропики Кариба. 55 рублей за 400 миллилитров. И он, самое главное, без газа внутри, просто водичкой вы ее распыляете. А здесь с газом внутри, тоже вредно для экологии. Средство для чистки ванной комнаты Мистер Дес, 500 мл с ароматом дыни, 55 рублей с распылителем. Санитол для кухни, удаляет нагары, стойкие загрязнения, тоже пол-литра, тоже 55. Силит Бэнк. Вот такой я купила антиналет. Он, конечно, очень ядреный, химический внутри. Прямо аж глаза жжет.
Здесь он 99, там я покажу, какую цену. По-моему, 60. Но с налетом он не справился, вот ржавый налет не удалил. Не знаю, насколько хорош фикс-прайсовский. Поделитесь, напишите, если вы его уже протестировали. Вот что-то новенькое. Гель, очиститель ржавчины. 55 рублей от Саниты. Возвращает блеск и сияние. Крем с микрокристаллами от Сиф. Два варианта, 55 рублей. Антижир, 55. Ну и все по 55. Чистин, Home Star, средства для ванн, для туалета, для очистки труб. Все по 55. Сегодня прям как распродажа. Все по 55. Дальше. Дезинфицирующее средство 3 в одном. Типа Доместоса, 99 рублей. Большая упаковка, литр. Белизна 77. И маленькая белизна 3 в одном, 55. А вот я хочу уже поделиться опытом, что мне понравилось. А это Чистин для мытья полов. Безопасный продукт, без красителей, без фосфатов, без хлора и кислот. Забота о вашем доме. Стоит он 55 рублей, здесь целый литр, приятный запах, или даже, по-моему, вообще нет. Я не помню, я покупала для дачи, у меня там плитка на полу. Отлично, никаких разводов. Все отмывается. Вот я сейчас возьму и для дома. Ну, я имею в виду для квартиры. Тут же под рукой салфетки универсальные. Но они тоненькие. Я как-то брала, мне не очень понравились. Больше люблю желтые брать. Здесь в фикс-прайсе. По две штучки отрываю. В общем, 120 штук за 149. Но они тонюсенькие. А вот и полотенце. 77 рублей. Бумажные. От Папи. Одна такая бобина, но толстая. Двойная прочность, самые впитывающие, какие высокие. И от мистера Пропера, смотрите, в 3 раза дороже. 150 рублей, моющая жидкость, но она очень ароматизированная. Мне она не понравилась. У меня такая стоит, я не пользуюсь. Есть еще маленькая бутылочка, 500 миллилитров, 99. Лавандовое спокойствие называется. А это... Горный ручей, прохлада, без смывания. Ну, не знаю, мне кажется, ядреный такой у них аромат. Чистин 55, белизна 27,50. Всякие тут таблетки для унитаза, шарики. Вот светофор я тоже, похоже, видела, но они там дешевле. И там больше штук в комплекте. Так, Доместос. Тут кристаллы какие-то. Оригинальные 99. И вот это для бачка туда бросать. Я один раз чуть бачок не испортила. Вернее, сливную систему в нем. Вот этой таблеткой. Там что-то куда-то застряло, не туда попало. В общем, 55 рублей. А потом пришлось все разбирать. Пятновыводитель 100 миллилитров. Но не написано, сколько стоит. И чистящая паста. Подарок, губка внутри. Эффективная для чистки любых поверхностей, кроме чувствительных. Для полировки чистящая паста. Смотрите, одна осталась. 99 рублей, 400 миллилитров. Персоль. Кстати, персоль классный отбеливатель. Пятна кофе, чая, вина, ягод, фруктов. Машинная стирка. Просто немножечко отсыпайте вместе с порошком во время стирки. И все прекрасно. 18,30 за 200 грамм. Санитол я использую, трубы прочищаю, если вдруг где-то засор. И для профилактики. 18 рублей пакетик. А вот завезли как раз Биолан для цветных вещей. Автомат 27,50. Миф для цветного. Стиральный порошок 3 в одном. Миф 200 рублей за 2,900. Так, Бимакс Колор 99. И 2,800. 2 килограмма 800 грамм за 199. Ариэль аквапудра, насыщенный цвет, 149 рублей. И лоск 199. Так, ну я такие порошки редко использую. В основном гели для стирки. Вот эти все использовала от Велор. Нормальные. Тут и для белого белья, и для цветного. 55. И за 77 гель для стирки. И он с ароматом. Да, сохраняет яркость цвета. И во время носки, значит, аромат дикого пиона будет. А после стирки аромат лаванды. В общем, такой тут он с секретом. И с ароматом манго, и ароматом яблока. В общем, два аромата, два в одном. 77 за литр 400.
Вот из этих средств Вернель, это кондиционер, это мы все знаем. Вот гель для стирки Бимакс. Окси, вы писали, что не очень. А я взяла в прошлый раз для белого белья. Все-таки я нашла для белого, для стирки белых вещей. Это Пемос. Мне понравился. 99 рублей, 845 миллилитров. Небольшой, но там много и не надо. Активный гель. И автомат, и ручная стирка. На 13 стирок. А наверху здесь самое интересное. Концентрат стирального порошка. Нан. Коробочка. 700 грамм. Так, состав: фосфаты, мыло, энзимы. Московская область, Мытищи. 700 грамм по 200 рублей. Есть еще Tide Color. Легенькая упаковка. 0% фосфатов. 10 штук внутри капсул. Но ценника нет. Наверное, тоже 199. И усилитель стирки. Усилитель для цветного белья и для белого. Эффективное удаление трудных загрязнений подходит для ручной стирки. 30-60-90 градусов. Внутри порошочек. Оксиформула. Интересно. Смотрите, для белого один только остался. Возьму его. Буду пробовать. Мне много надо белых футболок стирать. Вот это как раз для того случая. Дома разберемся. Способ применения. Вот 2 столовых ложки. Средство пятновыводное. Написано белизна. Пятновыводное. Производитель Россия. Ну, надо все тестировать. Какие появились маски. Антицеллюлитный эффект лимфодренажного массажа. 99 рублей. И это альгинатные крем-маски для тела. С жиросжигающим эффектом. Морозная мята, перец чили, масло красного апельсина. Ускоряет процесс похудения, разглаживает и подтягивает. А здесь делает кожу идеально ровной, повышает тонус и упругость, моделирует силуэт. Это сколько нужно ее, этой маске, чтобы все распределить. Не знаю, есть ли от нее толк. А вот для лица альгинатная маска — это супер. Одного пакетика может хватить на 2 раза. Чистый коллаген, морские водоросли. В общем, 55 рублей. Я люблю альгинатные. Смотрите, есть коллагеновая, есть гиалуроновая. 2 вида. Есть еще 3-й вид. Сейчас мы до него доберемся. Пептидное питание, увлажнение. И сейчас, наконец, я не забыла, покажу вам свой выбор. 2 пасты Барилла, 2 упаковочки. Затем вот такая форма, новинка для выпечки. 24 на 24. Бамбуковая. Подставка под горячее из пробки. Вот эта емкость меня покорила. Еще не разбить бы. Нож с ручкой из акации. Ох, все пропало. Так, влажные салфетки, крем. Потом лопатка тоже, скорее всего, это ручка из акации. Возможно, будут еще такие кисти. Трубочки металлические, щеткой пригодятся. Ну, зубная паста, конечно же, кактусы 2 видов и влажные салфетки. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ.